Улица Красная – одна из самых протяженных в Великом Устюге. В понедельник начались работы по укладке нового покрытия тротуаров. Сегодня они продолжились. Дорожники появились у ликероводочного завода. Тротуар здесь давно вызывал недовольство у населения. Кроме того, рядом находится детский сад. С сегодняшнего дня тротуар начнет радовать прохожих. Для ремонта покрытия используется небольшой асфальтоукладчик. Техника предназначена для выполнения небольших объемов работ. А в самом конце Красной новые тротуары уже используются по своему непосредственному назначению. Техника и специалисты работали здесь накануне. Напомню, в общей сложности дорожникам необходимо закатать в асфальт более 2000 квадратных метров тротуарного покрытия в Великом Устюге. Еще несколько дней назад в этом месте устюжанам приходилось маневрировать и обходить большие лужи, но вчера и сегодня здесь появилась строительная техника Великоустюжского ДРСУ. Сегодня устюжане получили возможность идти здесь по ровному и новому тротуару, выполненному в асфальтном исполнении и, кстати, даже не испачкав свою обувь. Андрей Жилин, Юрий Воронин, новости провинции.